Просто. Давай ты подведешь, зарядку заберешь, да? Игнатическую. Ага. Камеру-то привезли? Нет, еще? Нет. Я что-то даже не узнавал. А позвонить Лене. Вы далеко стоите? Постарайтесь поближе быть. Как-то далеко сильно. Мы важной темы коснемся сегодня. Тема, которая у нас будет или здесь, или нигде. А нигде, это значит, кое-куда мы не попадем уже. Лена, объяви. 12 часов занятий. 12? Да. Значит, вот какое дело. Вот нужды-то никакой нет убегать. Люди уходят. А почему? Это не надо. Человек, рожденный свыше, ищет то, что ведет к высшему. И поэтому вдолбить туда, где мирское, это невозможно. Оно отталкивается. Вот заметьте, подходит юноша ко Христу и задает вопрос. Какая заповедь наивысшая? Господь что ему говорит? Как считаешь? Этот вопрос остался бы на сегодняшний день. А ответа-то нету. Что считаешь? Что считаешь? Они ничего не считают. Крещение принято. Когда было? В каком году? Кто знает? На Руси. Ну? В каком году? В 988. А когда переведена Библия? 1876 год. 900 с лишним лет прошло. 900 лет в руках Библии не было. И куда народ зашел? Умножь теперь это 900 лет. Ну, возьмем поколение 25 лет. Это умножить на 4. Это ужас какой-то. Вообще не знали. Это состояние было в израильском народе. Во всей стране не было ни одного слова Божия. И куда бросали деньги, они там, конечно, выбирались тщательно. И там, видимо, ссор разный был-то, и разгребли, свиток лежит. Вы знаете эту историю? И когда просчитали, первым делом к царю побежали. Царь просчитал, разодрал на себе одежду. У нас ничего нету божественного-то. На всю страну не было ни одного свитка, как у русских. И куда зашли? Это революция, это раскулачивание. Здесь же будет постоянно репрессии, все здесь. Не надо забывать, что Сталин учился в семинарии. Гитлер пел в церковном хоре. А Библии-то не было, не знали, к чему пришли. Эта игрушка обошлась 50 или 70 миллионов жизней оборванных. И войны, и все остальное. Поэтому не случайно Господь говорит, когда перечисляет и говорит, «Возлюби Господа Бога твоего». Юноша правильно отвечает, «Всем умом». А мы ум-то свой не знаем. Сразу споткнулись. А какой ум? Один развивает, другой не развивает. Треугольник. Телевизор, холодильник, туалет. Больше ничего нету. Все. Это у всех пенсионеров. Всем разумением. Так это ум. Разумение как будто другое. А как ты понимаешь еще? Всей душою твоей, всею, половина не надо. Всею. А сегодня какой-то анализ людям делают и говорят, у нас правильно все сделано, примерно на 99,9% правильно. Это означает, что нет ни одного нуля. Какую-то тему там бывает, родство определяет, иногда ДНК делают. И они никогда не пишут, что это точно на 100%, потому что не знают. А 99,99. А если это не так? Вот как раз туда ты попадешь одну сотую. Всем умом, Господь подчеркивает, разумением и всей крепостью твоею. У нас-то этого нету. Господь говорит, исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную. Писания, Писаниями называется только Священное Писание. Евангелие от Иоанна 5:39. Исследуйте Писание. Скажите, когда вы его исследовали? Не просто открыл, прочитал. Исследовать. А когда исследовать начинаешь, и ты увидишь, ничего и нету. Не просто мало. Тысяча доли процента не христианской жизни. В любом вопросе
Я не говорю, где мы еще считаем, занимаемся. Люди вообще не знают. Мирские люди собрались, параллельная структура. Вроде батюшка тут заходит, и... а ничего нету. Ни одного занятия нету. Ни на один вопрос библейский ответить не могут. Выдумки. А Господь говорит, через Дух Святой сказал через Давида, 118 Псалом, 113 стих. Вымысли человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Нельзя любить закон Божий, пока ты не возненавидишь то, что есть. В Библии неоднократно говорится, не прибавляй к словам его. Я уже не один раз это говорил. Изменить нельзя ничего. Мы православные, мы заложники этой системы. Но посмотреть, что ведет к погибели, а может быть и обойдется как-то. Не прибавляйте к словам его. А какие слова его? Библия. Другого нету. Иногда Бог разговаривал, с неба голос слышался. Это его слова. Иногда бывает юношу, ну, младенца там почти считаю, отрока, поднял Господь и 3 часа крестный ход остановился. Только сейчас шел и вдруг смотрит, он поднимается. И теперь ждали 3 часа. Когда опустился, живой, да где был? У Бога. А там ангелы поют, поют. Теперь надо узнать шифр какой-то, слова ангельские, повторять будем, и теперь мы тоже на небе будем. Это чисто языческое понимание, как с мощами сегодня что делается, о чем много пишет протоиерей Александр Шмеман. Мы получили то, что в 7 веке уже ссылались только на то, что люди сказали. Библия вообще не употребляется. Эти люди не канонизированные. Не прибавляйте к словам его. Но это какие слова? Второзаконие читаем, там 4-6. И не убавляйте. Премудрый Соломон говорит, 30 глава, 5-6 стих. Всякое слово Господа чисто. Не прибавляйте к словам его, дабы он, не я, не обличил вас. И вы не оказались лжецами, и ты не оказался лжец. Бог обличит, я тебе говорил это, нет. Юноша, как считаешь? Юноша точно ответил, почему занятия шли. Синагоги уже были построены, до плена не было синагог. Бог не обличил, и ты не оказался лжецом. Вы знаете, звание лжец – это не просто вруша какой-то, а говорит Писание такое, мы считаем, в Священном Писании, заканчивается Библия. «Участь лжецов в озере огненном». Мы проиграли все. Вот я смотрю сейчас, юноша опустился, скот, отрок опустился. Что ты слышал? Он говорит, «Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные». Это Божьи слова или нет, если оттуда? В это поверили все. К ним все равно добавили. И на этих добавленных словах разъединилась еще одна часть от церкви, отскочила. А почему бы так не оставить-то, если от Бога? Чего вы умничаете-то? Помилуй нас. Ну ты в другом месте 40 раз говоришь, Господи, помилуй. Зачем к Божьим-то словам лепить? Я неоднократно разговаривал со священниками. Вы очень нас считаете, да? Считай последнее. Ибо твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Где там Отца и Сына и Святого Духа? А что это плохо? Саул хотел сделать как лучше, и Бог сразу сказал, отнял от тебя Бог царство. Но я хотел этих быков не с грязью смешать, а Богу жертву, Богу. Все, Бог отнял царство, другого изберет. И плакал Самуил о нем. Бог избрал его и отнял царство. И отнял разум. Он бесновался. Еще как-то на музыку реагировал, там играл, когда Давид. И что перед самой кончиной идет к ведьме, которую сам гнал. И заканчивая жизнь самоубийством. Это наша картина. Это мы вплотную идем, царапаемся об этом. Вот сегодня сейчас священник знает, не добавляй. И вдруг он бы так заревновал и написал патриарху, вы собираете то, мы можем это убрать. Не можем. Повторяю, мы заложники. Бог свят, свят, свят. Он слышал это. Это 6 глава книги пророка Исаии. Свят, свят, свят Господь Саваоф. К этим словам ничего нельзя уже добавлять. У нас Пресвятой, Пресвятая, Святейший, да мало того, Святейшее Святейшество с больших букв. Мы обезумели совершенно. Человек, а на него всего как там и яхты, корабли, еще только нету. Миллионы, миллиарды заложены, то Святейший. Мы обманщики. Никогда никому не обращайся. Святой, да. Павел пишет к избранным святым. Бог свят. Ну, вы знаете, сравнительная степень... Святее, превосходное святейший. Как человек, который живет на земле грешный, тем более грешный, явленный для всего мира. Святейший и святейший. А ты повторяешь эти слова.
ты закрепляешь его на том месте. Ну, хоть один раз напишите, папы, зачем вы взяли себе стократное наименование, кроме одного? Я грешник грешников, а то я раб рабов. Я хотел немногое сказать на эту тему, чтобы проверили мы себя. Вы заметьте как, человек порочный или непорочный, а пренепорочный. При это провозвышение того, что есть. Этого нету нигде. Пресвятой. Откуда? Этого нет слова в Библии даже. Мы совсем не хотим знать Слово Божие. И мы однажды решили внимательно просчитать деяния апостолов. Остались, когда лагерь разъехался, одни взрослые, мы считаем. Стих просчитали, так у нас нету. Это напротив. Это не слыхали. Это не приходило. Это не мы. Россия приняла христианство, о котором первый век даже не слышал ничего. Я слышал, как один человек сказал, приехал архиерей, постоял и говорит, а что тут делается? В одном конце считают, отпевают, в другом там благодарственный молебен, третье еще что-то. Бога не надо дурить. Мы перед Богом стоим. И если мы услышали, что Бог свят, это означает, святее нельзя быть уже никак. Это окончательная степень святости, безгрешия. Свят, свят Господь Саваоф. Это ангелы поют, мы и зять подправлять начинаем. Куда только не попало, слова эти вставляют. И утренние молитвы везде. Почему? Бога не знают. Рожденный свыше, имеющий страх Божий человек, никогда не пойдет на эту авантюру. Мы авантюристы перед Богом. Царство ему небесное. Библию в руки не брал. Лишь бы только рот как-то ему разъявить, как-то зафиксировать и причастие дать. Все. Нигде этого нету. Что-то смертный час он проглотил, и путь ему в Царство Небесное. Нет. Давай, говорит, хлеб семи и восьми, и по прошествии многих дней обретешь это. То есть ты жертвовал не только то, что Бог говорил, не только десятину давал, но ты больше делал, и когда умираешь, это все к тебе придет. Все к тебе возвратится через многие годы. Я специально хотел сегодня об этом сказать, потому что вот эти кондаки, я сидел, а передо мной глухонемая Валентина, и у нее переписано от руки, кондакт, икос где, сколько же там натолкали. На каждом слове приходится останавливаться, Господи, прости, я считаю, я православный, я не могу никуда отойти, я считаю те же слова, я также молюсь, а душа стонет перед Богом, ты прибавляешь. Нам слез не хватит, чтобы оправдать свое безумие. Бог судить нас будет не по кондакам. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 48 стих, Иисус говорит, слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Вы в это верите? Мне это слово было понятно в первый день, когда Библию дали в руки. Я понял, вся моя грамота, все, что я знал, нуль. Мне это не надо. В это время я занимался на 7 языках. Я связал все, испанский язык, там и итальянский, французский. Мне это не надо, мне нужен один язык, язык Евангелия. Язык Евангелия. И я его до конца еще не изучил. 58 лет позади. Спрашивали, а по сколько времени тратили? Ну, я работал на такой работе, умом не занят. И просил у Бога, чтобы умом можно было размышлять. Плотник, каменщик, печник, стекольщик, там разное вот такое. Я целыми днями размышлял о Боге. Узнал, где верующие живут. В обед прибегу к ним. По мне их ребятишки ползают, я не вижу. Хозяйка спросит, а ты обедал? Не знаю. Бог это все на тысячный какой-то версте оставил от тебя. Никогда не забуду эту картину, все бы это снять. На воскресенье я взял Библию, куда? Латвия. Я нашел где место, лес, и в лес туда удалился. И там, считай, вот он вечер, а куда мне идти? Я свил гнездо, как шимпанзе на березе, там привязал себя или как, и Библия. Утром туман в распадке, и я сижу с Библией, считаю. Понимаешь, вот вспоминаю картину эту. Господи, дай мне, верни это, чтобы я Слово Божие также по-прежнему любил. Не прибавляйте к словам Его. Библия заканчивается этими словами. Не просто. Кто прибавит слово, речь об откровении говорится, книги сей, на того Бог наложит язвы, которые здесь описаны, от которых вирусов никто тебя не избавит. А кто отнимет, еще хуже. Отнимет участие в книге жизни. Если в книге жизни нет, вы знаете тревогу? Я на собственный опыт говорю, я сдал экзамен в сельскохозяйственный институт.
учился, забрал документы, перешел в строительный техникум. И вот когда сказали, выставили, где кто принят, я сдал все экзамены. Я просчитал, меня там нету. Я это состояние больше никогда не переживал. Вычеркнут. Но кто-то сказал, на втором этаже там продолжение списка. Я летел, наверное, самый первый туда. Там еще список был, кто сдал экзамены и принят. Ну, будет книга жизни открыта. И кто не будет написан в книге жизни, будет брошен в озеро Огненное. Никакие священники, папы, никто ни за кого. Суд неподкупный. Неподкупный. И никто не за... Каждый за себя даст отчет Богу. Что он делал, живя в жизни, доброе или худое? 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Пересмотрите свое отношение к Библии. Это не просто так. В первом послании к Тимофею, 4 глава, 16 стих, апостол Павел, мы не скажем, что еретик какой-то там. Он прямо говорит, вникай, не просто, а вникай, расшелуди туда, вникай в себя и в учение. В себя и в учение. И занимайся сим постоянно. Утром, вечером, днем, завтра, послезавтра, ночью. В себя и в учение. То есть все время смотри отражение, какое будет. И вот так поступая, не по-другому, спасешь себя и слушающих тебя. Аминь. Аминь. Аминь, Володя. Не пытался.